Друзья, всем привет! Сейчас будем менять щетки. А щетки у нас из известного магазина Светофор, который известен очень низкими ценами. И вот эта щетка реально, она очень дешевая. И я смотрел на Озоне, они продаются что-то гораздо дороже. И стоят они порядка 200, что ли, рублей. Или 180. Подходят для кучи машин. Вот здесь есть список. И, значит, есть у нас... Да, полную информацию с применимостью смотреть в каталоге. То есть это даже не полный список. У производителя, естественно, Китай. Старт авто, щетки, стеклоочистители. Бескаркасные. Бескаркасная щетка у нас, это хорошо. Штрих стоит российский, но сделан в Китае. Они продаются, значит, в Светофоре. 400 мм, да, длиной, и 530. Ну, как правило, на машинах так и есть. Вот у меня одна щетка длинная, другая короткая. Вот. Поэтому у меня одна пойдет туда, соответственно, другая сюда. Вот. Сейчас их поставим и посмотрим, что они из себя представляют. Здесь этот материальчик, он такой зелененький. Раньше я вот в эти щетки менял, пока просто не потерял одну щетку. Вот за счет того, что вот это отвалилось, здесь тоже, видите, треснуло у меня. Ну, я просто резинки менял, но из-за того, что крепления не было, я просто после снегопада потерял щетку. Вот, поэтому сейчас буду менять. Ну, что здесь интересного? Аэродинамический спойлер. Непонятно, силиконовая она или нет. Здесь ничего не написано. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы силиконовая за такие деньги была, но ничего у нас не написано. Поэтому просто будем менять. Меняется оно несложно, меняется оно как-то вот так вот. Вот это надо у нас будет подсоединить. Вот отсоединяется и вот так вот вытаскивается, да? Вот, все, вытащили. Сейчас я достану эту щетку и продолжу. Вот, щеточка это немножко покороче, чем моя, но я думаю, ничего страшного. Вот. Материал, ну, не очень похож на силикон, к сожалению. Может быть, это полиуретан. А, сорян, будет вообще защита. Это защита. Ее надо снять. Вот, это защита. А я что-то думал, что она такая зелененькая, интересная. Нет, нифига, здесь обычно стоит это. Ну, видите, даже на таких дешевых щетках поставили защиту. Я не помню, кстати, на более дорогих ставят ее или нет. Но это приятный момент. Так, ну, щетка, кстати, да, похоже, как будто даже силиконовая, такая мягенькая. Сейчас, потому что холодно, вот, но она мягкая. Сейчас попробуем открыть. Здесь у нас механизм этот. Долго я думал, как открыть, а вот эти вот штуки надо нажать, тогда открывается. Вот нажимаете, открывается. И все. И сейчас пробуем продеть. Не знаю, насколько у меня это получится. А, вот это надо сюда. Вот это надо сюда вставить. И вот так вот. Сюда ввести. Не хочет что-то. Что-то не нравится. Вот. Все. Зашла. Зашла. Щеточка. Сейчас поставлю вторую и посмотрим, где это. Так, ну все, щетки поставлены. Ставим сюда. И начнем сразу по хардкору. Единственное, здесь вот. Сейчас я немножко уберу лишнее. То есть сразу не хочется новые щетки повреждать. Так, ну вот, все. Сейчас проверяем щетки эти. Ну, работает нормально, очень чистит, идеально прям. Чистота, чистота эти. Ездит плавно вообще. Супер. Мне очень нравится. Брызгалка работает. Шикарно. Счистил я немножко лишний отсюда лед, чтобы полноценно посмотреть. Ну, зона, надо сказать, все равно нормальная, да? То есть ничуть не меньше, да? То есть можно смело брать, даже если у вас... Потому что у меня, по-моему, 600 мм щетки. Вот эти вполне отлично идут и отлично работают. Всем пока!